Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даннале, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. Так что давайте же устраивайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое, горяченький чаечек, ибо погодка холодная, а также седлайте своих коней и поехали! Ребята, наконец-то наступила зимняя пора. Казалось бы, только недавно у нас заканчивалось лето, только недавно пришел Хэллоуин, но и он уже успел закончиться. А теперь к нам на Юрик пришла зима. И это прекрасно, потому что я считаю, что Хэллоуин и зима — это самые просто волшебные время года в ССО, и я не отказываюсь от этих слов никогда, каждый год их повторяю. Тем более, что каждый год разработчики вносят свои разные коррективы, изменения, чтобы сделать эти мероприятия еще более волшебными. Так что давайте же все-таки разберем, что да как в этом обновлении. Но прежде всего я хочу сказать, что почему не было видео по обновлению прошлой недели. Поясняю. Там было сюжетное задание, которое я на самом деле сняла, но потом поняла, что мне не хочется его выставлять как видео по обнове. Это чисто сюжетное задание, и вы сможете пройти его самостоятельно, без моей помощи, там ничего сложного. Тем более, это можно считать как спойлер, поэтому я решила, что не буду ничего выкладывать, потому что видео вышло, ну, мне кажется, не таким интересным, как могло быть. Итак, ну, теперь точно переходим к тому, что добавили к нам на этой неделе. А добавили нам Новый год, отправляйся на санях в зимнюю деревню и поучаствуй в зимних мероприятиях и получай награды в зимней деревне. Алды не такие уж старые, должны помнить, что раньше у нас был календарь на сайте Star Stable, но теперь его уже нету, по-моему, второй или третий год подряд. Поэтому теперь все, что связано с зимушкой, со всякими подарочками, все находится в деревне Санты. Ну, давайте же разберем все по порядку, так как я нахожусь на своей родной ферме Стива, на которой теперь живу. Да, правда, появляюсь в игре редко, но все равно ферма очень классная. Нам добавили сюда автобусную остановку для того, чтобы теперь мы отсюда уже могли отправиться в город Юрика. И, если честно, это шикарно. Я очень рада, потому что раньше остановок было всего три. Это Дундул, Форт Пинта и деревушка рыбацкая. Около рыбацкого поселка западного острова в Осени. А, и в Ярлхейме. Так что еще одна точка, недалеко, правда, от Форт Пинта, но мне кажется, тоже хорошо. Вот только в Нью-Хилкресте... А, и в Нью-Хилкресте тоже точка есть. А вот было бы еще и на Южном Копыте, мне кажется, было бы вообще замечательно. Да, но благо уже сюда поставили, тоже хорошо. Это такое мини-дополнение, на котором я очень сильно радуюсь, хотя я редко катаюсь в торговый центр, но теперь... Вот мой дом, вот остановка, вот мой дом, вот моя остановка. И мне достаточно просто выйти из конюшни и сесть, и посмотреть, что же добавили в торговых центрах. Вот, ну давайте посмотрим, что же еще нам такого наглого добавили, что ворует наши деньги. Да, я совсем забыла сказать очевидное. Так как у нас новогодняя пора, нам добавили постоянно ночное небо с северным сиянием. А-ля будем считать, что у нас 3 месяца зимняя ночь с вот этими прекрасными северными сияниями. Но если вы все-таки не любитель зимней поры, то рядом с каждой конюшней, в которой вы можете жить, есть помощник Санты, который по вашей просьбе вернет вам летнее время, и все будет так же, как и раньше. Но я, если честно, буду любоваться этими красотами, которые хоть как-то компенсируют отсутствие снега. Также вот такие вот лучи с северными сияниями — это возможность получить желание. Да-да-да, это вот такие вот у нас теплые пожелания, которые мы будем обменивать на подарки, как, собственно, у скакуна, где часовщик Бонни. Итак, что же ворует у нас деньги? Когда вы сюда приезжаете, это около Морланда, Джеймс вам рассказывает, что так как у нас... Да, добро пожаловать, жители Юрвика жалуются, что в последние несколько лет на острове недостаточно холодно. В общем, так как это в Морланде, вы сами все можете почитать. Но суть в том, что за денежку вы покупаете билетик, который дает вам доступ в каждый из этих загонщиков. И я считаю, что это наглость вообще. Для чего вот это вот? Вот какой-то маленький кусок снега. Вот это тоже безобразие. Тут, конечно, побольше, но все-таки. И вот этот загончик, он, конечно...
чуть побольше, но тоже я считаю, что это, ну, не надо за это тратиться. Ну и вот этот загон, пожалуй, единственное, ради чего вы можете купить себе денежку и купить себе билетик и обменять его на для того, чтобы пройти сюда. Однако, кстати, цена билетика 1000 шиллингов, ребята, да-да-да, если у вас нету 10 тысяч шиллингов, мне кажется, вам тратиться на это не надо. Я, кстати, ни разу, по-моему, не покупала или покупала в прошлом году, я не помню. Но у меня вопрос, Джеймс, зачем? Если у тех игроков, у которых есть лайф, наверняка открыли уже себе долину спрятанного динозавра, там снег круглый год. Ну или, в принципе, у кого есть Старайдер. Также сейчас зимняя пора, и мы можем все, абсолютно все игроки, телепортнуться в деревню Санта-Клауса, я ее так постоянно называю, и там тоже везде лежит снег. Там круче, кстати, чем в прошлом году. Зачем вот эти загонщики со снегом? Может быть, я чего-то не понимаю. Может быть, в этом есть какой-то скрытый смысл. Если вы его знаете, поделитесь им со мной в комментариях. Я почитаю, и, может быть, до меня дойдет, почему и зачем. Потом, для всех тех, у кого есть лайф, именно лайф, оплаченный постоянно, вам в награду в магазине лайфа дают кельтские ботинки для конкура с вышивкой. К сожалению, я сейчас на тинкере, показать не могу, но это нагавочки. Да, кельтские нагавочки. Так что, наверное, потом у нас будет какой-то кельтский комплект. Или он уже есть, если честно, не помню. Так, ну давайте же отправимся в деревушку Санта-Клауса. Отправиться вы можете в абсолютно из любой точки Йорвика, где есть вот такие сани, запряженные тинкером, в красивой амуниции, водит которыми, собственно, помощник Санты. Итак, если вы были в Star Stable предыдущие 2-3 года, два, по-моему, или три. Время так быстро идет, я не успеваю следить за новостями. То вы должны заметить, что нам обновили текстуры, и очень сильно. Вы можете посмотреть мои старые видео про эту деревушку, и вы увидите, что изменили очень много всего. Я, к примеру, просто зависаю от этих кристаллов. Я вообще драконья душа, обожаю кристаллы, поэтому пускаю слюни на эти просто волшебные камни. И снега, кристаллы, боже мой, северное сияние, как же не вспомнить Барби волшебство Пегаса, я просто не знаю, пускай снимки. Так, для чего вот эти вот бинокли, я, кстати, не помню, по-моему, чтобы наблюдать северное сияние или что-то такое. Но спуск отсюда с горки остался, как и был, единственное, мне кажется, его сделали более контролируемым, что ли. И да, я не знаю, куда делся Санта-Клаус, его не было в прошлом году, его нет и в этом году. Это очень странно. Заданий, кстати, здесь тоже нет. Когда вы появляетесь в деревушке, прям на вершине горки, вам дают задание, что развлекайся, здесь куча-куча всего. А по итогу развлечений-то и нет. Нету ни ежедневных заданий, нету ничего. То есть, как вы видите, у меня включены абсолютно все значки и показывает только вот возможность отсюда улететь. Вот здесь, кстати, находится та самая елка-календарь. Заходя в игру, вы будете видеть подарки, и каждый день вы можете их забирать. Или же, если вы очень ленивы, к примеру, как я, касательно своих дополнительных оплаченных лайфом аккаунтов, я подожду 31 декабря, зайду в игру и заберу все эти подарки разом. Я считаю, что это больше принесет мне пользы, чем я буду заходить каждый день на каждом аккаунте и пытаться все это собрать. Здесь очень много просто показушных таких декор домиков, но они очень милые, очень классные. Тут, по-моему, всего две кафешечки, в которых вы можете заказать кофе. Тут даже стоит вот такой вот северошведик, это не чей-то, это вот просто вот стоит конь, отдыхает. И да, я не помню, было ли это в прошлом году, потому что я как-то смутно, кстати, всегда помню зиму, но здесь есть хранилище. Поэтому, когда вы скупаете абсолютно все шматье, которое здесь есть, вы можете перетащить его сразу в хранилище, если в рюкзаке у вас нет места. Итак, давайте быстренько посмотрим. Я извиняюсь, если видос выйдет длинный. Я, кстати, думала, что видос выйдет короткий, а сейчас я рассказываю и понимаю, что я могу не успеть в свои привычные там 15 минут. В общем, у нас есть, по-моему, 3 или 4 магазина. Здесь вот такие вот разные старенькие костюмы.
Там тоже старенькие костюмы, здесь тоже старенькие костюмы, но относительно старые. Но нас интересует бутик «Морозная коллекция». Это самые последние добавленные комплекты. И я вам скажу, что это еще не все. На следующей неделе, давайте сразу поговорим об этом, нас ждет обновление, в котором, я предполагаю, должны добавить еще два комплекта амуниции и одежды в стиле вестерн. Поэтому я надеюсь их добавить на следующей неделе. Да, и боже мой, какие гигантские цены, ребята. Несмотря на, скажем так, мои запасы сена, я не хочу их все тратить на вот эти вот просто до ужаса безумное количество 10 тысяч шиллингов. Потому что здесь уже получается 30 тысяч шиллингов, 40 тысяч шиллингов. И кошмар, ребят, это нереально все скупить за шиллинги. Разработчики, почему вы не повышаете предел шиллингов, ну, допустим, до 50? Реально, повысьте до 50, пожалуйста. Вы добавляете комплекты за такую цену. Вы либо добавляете их без возможности покупать за шиллинги, либо, если вы делаете такую возможность, повышаете лимит с 10 тысяч до 50 тысяч. Потому что это реально безобразие какое-то. У вас место вот тут, вот в рюкзаке для циферок. Просто уйма. Сделайте, пожалуйста. Да, я, кстати, думаю, скупать все эти комплекты или нет, потому что если я их не скуплю сейчас, то, ну, скуплю я их в следующем году. Да, у меня пропадает иногда желание скупать все сразу, можно подождать следующего года, а с другой стороны, в следующем году добавят что-то новое, и денег понадобится средственно больше, и я не смогу на все это как бы потратиться. Комплекты очень классные, если вы хотите посмотреть, как они сидят на вас и на лошадях, на ютубе есть спойлеры. Посмотрите там. Вот это, кстати, комплект прошлого года. Хотя вот я его не помню. Я, по-моему, в прошлом году очень плохо, очень мало внимания уделила зиме, поэтому я даже не... Я удивилась, когда узнала, что у меня есть этот недоуздок. Оказывается, он действительно у меня есть и одет на фьорде. А так как... Давайте все-таки расскажем. На следующей неделе нам добавляют двух коней. Это магических арабов. Сюда, в деревушку Санты, это официально станут зимние магические кони, и специально для них разработчики сделали уздечку единорога в двух экземпляров. Единственное, мне не нравится, что они сделали их шахматные. Черная уздечка, белый рог, белая уздечка, черный рог. Сделали бы 4 уздечки. Белая-белая, черная-черная и плюс вот эти две. Мне кажется, очень много людей купило бы уздечки именно однотонные, то есть бело-бело, черное-черное. Я бы точно, потому что вот эти я до сих пор, как видите, не купила. У меня очень сильное колебание по поводу покупки этого всего. Так, что еще посмотреть надо? Ой, информации, ребятушки, очень много. Значит, пока действительно нету никаких гонок, никаких заданий. Здесь у нас очень шикарная локация а-ля каток. Напоминаю, лошади на катке очень сильно скользят. Потом, что очень много, да, вот этих вот домиков, чисто декора. Ну, давайте, вот основная дорога, откуда мы вот едем от елки. Здесь у нас стоит... раньше здесь стоял Санта, кстати. Да, вот. Почему его здесь нет? Неважно, ладно. Это грустненько. И здесь мы как раз у ёльского козлика можем обменивать вот эти самые желания на подарки. В этом году питомцем является пингвин. А вот сейчас я посмотрела, я вроде как хотела копить на пингвина, но у меня такое чувство, что у меня есть этот пингвин. А почему? А я не поняла. Надо будет посмотреть, потому что мне кажется, именно такой пингвиненок у меня есть. Вы, кстати, когда в лаунчер заходите, вам должно высветиться объявление с пингвинчиком. Там такой он черно-золотистый, королевский а-ля пингвин. Вот его-то у меня и нет, но... Это обычный пингвин прошлого года, разве нет? Ну, кстати, что говорит нам Джамбл? Узнай, где получить знаки. Так, нет, это он просто рассказывает, как получить эти самые теплые желания. Слева от домика Санты у нас магазинчик, в котором продаются зимние питомцы. Но, как видите, у меня, видимо, все питомцы уже скуплены, получены, точнее, бесплатно, кроме вот этого приветственный зимний терьер. Да, странно, мне казалось, он у меня есть. Причем очень старый, как бы. Непонятно.
Да, и смотрите, здесь у нас несколько питомцев, к примеру, зимняя сова. Ее пока здесь не продают, но по спойлерам она обещает быть в продаже. Боже, что пищит пингвин. Вот, вот этот королевский пингвин, его тоже вроде как обещают продавать, судя по спойлерам. Ну, тебе, господи, что ты пищишь? Ты такой милаха. Я очень сильно хочу сову. Вот сову просто дайте, я заберу. Дайте мне мою буклю. Также тут стоит лошадиный тренер. Ровно точно так же за домиком Санты, как и в предыдущие годы, только немножко в другом оформлении, стоят магические лошади. И, кстати, мы можем увидеть, что тут аж всего 3 свободных места для лошадей. Угу. Очень интересненько. То бишь, в будущем нам, наверное, в следующем году добавят одну лошадь сюда, наверное. И на следующей неделе нам добавят 2 арабов сюда. У меня уже голос садится. Ну и нужно еще о многом чего рассказать. Нам добавили зимний плац. Так что если вы обожаете тренировки в сугробах и мечтали об этом в долине спрятанного динозавра, хотя я не понимаю, почему там нет конюшни, там нету плаца. Вы в какой-то момент активно занимались этой долиной, так сделайте там конюшню, чтобы можно было жить. И тот же самый плац. Я, к примеру, готова была бы постоянно переезжать туда, в эти шикарные снега, во время Нового года, на 3 месяца. Я готова тратить 25 СК на 3 месяца переезда в вечные морозные снега, чтобы там жить, бегать, тренироваться и наслаждаться этим внешним видом. Но, кстати, я так думаю, что когда-нибудь... Я не могу посмотреть. Что долину ДСД обновят до состояния деревушки Санты. Да, так что вот тут у нас есть такой теперь шикарный плац, можете на нем кататься, пока не пройдет зимнее обновление. Тут есть, кстати, глазик, это очень удобно, если вы любите тренироваться в одиночку. Да, да, старых оленей еще убрали, по-моему, в прошлом году, их больше лицезреть нельзя. Но если у вас в запасе остались вот эти магические пылинки, которые позволяли менять облик вашей первой начальной лошади в виде оленя, то они до сих пор действуют, и вы можете использовать их, чтобы просто покататься на старой модельке оленя, благо они их не удалили, было бы обиднее. О, здесь у нас опять же замороженное озеро с пингвинами, и, как вы помните, у нас... Вот, кстати, место гонки, я так понимаю, тоже добавят позднее, потому что даже поговорить пока с этим управляющим гонок нельзя. Скачки по сбору подарков на льду тоже удалили, тут даже теперь нету саней с этим NPC, так что вроде как много чего добавили, много чего обновили, а все равно грустненько, потому что много чего реально нету, вот реально много чего отсутствует. Еще тут стоят олени, где-то стоят лоси, я просто не помню, были ли они раньше. Здесь у нас причал, лисички бегают, совы летают. Что касательно живности, разработчики постарались. Они добавили много кого: бегущего, пищащего, летающего. Но если мы вот сюда, от этой пристани, повернем, побежим по этой дороге, мы найдем очень интересную вещь. И я подумала вначале, что это... то самое убежище помощника Санты, который по заданию у нас воровал подарки, чтобы испортить Рождество. Ну, вы посмотрите, у меня такое чувство, что это скрытое убежище Санта-Клауса, потому что здесь нет ни игрушек, ни хлама, нету того, что было вот у того помощника Санты. А здесь и печеньки, и булочки, и горячий какао, судя по всему, с маршмеллоу. И тут так уютно. Неужели это действительно скрытая палаточка Санта-Клауса, который решил просто отдохнуть от своих дел и оставил своих помощников за главных, зная, что они справятся? Так что, ребят, информации очень много, мыслей еще больше. Вот, но при этом сюжета нету вообще пока что. Пока ваша основная задача до следующего обновления просто бегать, собирать теплые пожелания с помощью вот этих вот вихрей северного сияния на Юрвике, собирать желания, обменивать на пингвинчиков, на амуницию, на вещи и там, допустим, ежедневно заходить и брать календарь. Все, больше ничего нету. Где-то, кстати, было вроде бы место с фонариками, но я потеряла, где оно должно быть.
Потому что тут столько всего. И я не помню. И пещеры, кстати, больше нет. Мне так раньше нравилось, что мы приезжали, здесь стояла пещера, в которой мы как раз обменивали подарки, желания на подарки. Ну, а теперь, кстати, вот эти все украшения, они продаются в какой-то из палаточек. Палаточек много, я никогда не запоминаю, что где продается. По-моему, да. По-моему, вот в этой первой. Или нет? Или да? Нет. А это все магазины? Или это все-таки вот в этом втором магазине? Да. Да. Теперь все комплекты, которые мы обменивали раньше за подарки, они появляются вот в этом втором магазине. То есть, да, вот эти вот прошлого года, позапрошлого и позапозапрошлого. Боже мой, сколько лет назад это было? Подождите, это сейчас? Это прошлый год, это позапрошлый год, это позапозапрош... Нет, тут явно что-то перепутано. Ну, в общем, теперь все свои ушки, которые вы хотели купить, но теперь не знаете, где их покупать, эльфийские, они продаются во втором магазине. Так что смело бегите, собирайте шиллинги свои и покупайте, радуйте себя, седлайте зимних коней, наслаждайтесь этим морозным временем года. Так что на этом, пожалуй, все. Надеюсь, я ничего не забыла. Так что, если я что-то забыла, надеюсь, вы сами это уже прочитали. Но вроде бы за 21 минуту я рассказала все, что хотела, все, что могла. Да. Так что, ждем следующей недели, потому что обещают арабиков достаточно красивых. Посмотрим на них. Посмотрим, что добавят еще в этом обновлении. Так что на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обсудим же с вами эту зимнюю обновление, эту зимнюю пору, все ее красоты и все ее прелести. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И теплых вам свитерочков.